Привет, друзья! Ставим лайки, подписываемся. Итак, поехали! Падчерица разрушила брак. Гоген Солнцев проводит медовый месяц с дочерью Терешкович. Шоумен подогрел слухи о романе с Полиной. Солнцева извел столичный холод, и эпатажный фрик рассказал о своих планах по спасению собственного настроения теплыми краями. И Терешкович не обошел стороной. Его высказывание выглядело будто намек на мрачное состояние супруги. «Надеюсь, квасит. Только огурцы и помидоры». Недавно же Гогена заподозрили в романе с Полиной Давыдовой. Руководитель театра ужасов не скрывает свиданий с дочкой жены и открыто выставляет идиллию в микроблоге. Неужели падчерица разрушила брак собственной матери? А теперь Солнцев проводит медовый месяц с дочерью Терешкович. Шоумен признавался о своем желании воспитывать и нянчить детей. Но с 64-летней дамой такие мечты обречены на провал. Возможно, это и подтолкнуло его на столь резкие перемены в жизни. Давыдова наслаждается обществом известного фрика, и парочка уже устраивает романтические ужины и даже пьет за любовь, по заветам Николаева. Вероятно, подобные выходки разозлили Терешкович, в результате чего женщина закатила скандал и поссорилась с мужем, который не выдержал соблазна в виде Полины. Екатерина наверняка вылила уши от помоев и грязи на собственного ребенка. Давыдова поплатилась за свое поведение, ведь теперь она разлучница и вряд ли заслуживает снисхождения со стороны матери. Отношения супругов выглядят как яркий и захватывающий спектакль. Если учесть репутацию Гогена, то не остается сомнений в постановке этих телестрастей и нарочитой драматичности, которую излучают участники этого действа. Не исключено, что Солнцев оставит роль любителя старушек, а восхищение женщинами, где возрастная разница почти 30 лет, канет в небытие. Догадки могут найти подтверждение, а если всплывут и станут реальностью, то там и развод не за горами. Ведь Терешкович едва ли вытерпит дочь-соперницу с клеймом роковой разлучницы. А как вы считаете, действительно ли это так? Благодарю вас за просмотр. Ставьте лайки и дизлайки. Пишите ваши комментарии. Делитесь видео с вашими друзьями в соцсетях. Подписывайтесь на наш канал. Не забудьте нажать на колокольчик. Впереди вас ждет много интересного и захватывающего. До новых встреч!